канал Мыло Оп, и сегодня мы представляем вашему вниманию обзор альгинатной маски с женьшенем 25 грамм. Аппликации из водорослевых масок относятся к категории салонных спа-процедур. Получив широкое распространение на Западе, в последние годы они получили большое и у нас. Представленные в виде измельченных порошок морских водорослей, сочетание с другими растительными биокомпонентами. Такие маски просты в приготовлении и применении, поэтому постепенно переходят в ранг домашних. Показания к применению таково: увядающая кожа, снижение эластичности, первые морщинки, утренняя отечность. Абсолютно натуральные по своему составу и поэтому не имеют побочных эффектов и противопоказаний. Подходит даже для ухода за сверхчувствительной кожей. Основной компонент – морские бурые водоросли, содержащие в своем составе рекордно максимальное количество полезных веществ и микроэлементов. Помогая решать всевозможные эстетические проблемы, такие маски обладают следующими преимуществами. Противовоспалительные свойства, детоксикация, ревитализация кожи, восстановление барьерных функций, улучшает состояние раздраженной кожи, стимулирует расщепление жиров, восстановление минерально-водного баланса, увлажнение, улучшение кровообращения, повышение тонуса кожи и ее эластичности. Входящий в состав растительный экстракт женьшеня наделяет маску стимулирующим действием, богатым витаминным комплексом и подтягивающим эффектом. С давних времен женьшень известна как удивительное растение с широким терапевтическим действием. В его состав входят витамины, никотиновые кислоты и минералы. Вот такой удобной коробочке мы отправляем альгинатную маску женьшеням нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!